Жух! Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, наконец-то у нас есть звейлог от канала, господи, от компании SB, эксклюзивно только на канале Bayzone. Больше такого обзора ни у кого не встретите. И он сегодня будет биться у нас против коробки SB. Там еще есть немножко флейма, немножко TD, а возможно TD уже убрал, не помню. Но, перед тем, как я начну, друзья мои, турнир. 21 сентября, ТЦ Нара, 1 с утра. Уже завтра, сегодня пятница, а завтра уже турнир, бро. Если еще не успел, то чекай по ссылке в информации, все описание, переходи по ссылочке. Здесь у нас, смотри, вся информация про турнир, о том, что вас ждет, куча всего интересного, и еще там прикольный конкурс репостов, поэтому прямо сейчас, бро, переходи, и жду тебя уже 21 сентября, уже завтра, в эту субботу, на своем дне рождения. Так, убираю я телефончик. Ну что ж, а мы будем распаковывать SB-шного Звей Лонгинуса. Полетели. Вот еще у меня есть ножичек, пам-пам-пам. Открываю. Играю, бейблеберды. Так. А вот, сейчас я приближу для вас, вот. А вот это уже хорошо, белая пускалка вместе с комплекте с Лонгинусом. Это прям хорошо, это прям красиво, СБ меня радует. Единственное, что меня СБ не радует, нету ручки, к сожалению. Но, возможно, ручка не самое главное. У меня где-то здесь есть, вот он, флеймовский, и я сказал, что это топ номер один, потому что я не знаю, что-то все стали его хаять, типа, вот он плохой, он какой-то не такой, а мне понравилось. Детали топовые, все хорошо, посмотрим, чем нас сейчас удивит компания СБ. Возможно, у них будет еще круче, посмотрим. А возможно, они облажаются. Такс. Вот это да, вот это я понимаю. Значит, смотрите, комплект у нас что, наклеечки вот такие у нас идут. Да. Вот такой вот Лонгинус, пам-памчики, пам-пам. Очень классный, очень топовый. Давайте глянем его сборочку. В духе СБ они не делают у него тут на чипе защелки, они делают защелки прямо на корпусе. Слушай, ну хорошо, вот такой у нас имеется чип красивый. Вот такой у нас диск, Z-Zway. И вот такой верхний слой. Слушай, годится. Да, это лучше, чем флейм, но когда его не было, был лучше флейм. Теперь флейм отправляется у меня на склад. А как же его собрать? Во, все готово. Пах. Да, напоминаю, что крутится он в левую сторону, и это хорошо. Дальше, вот такой вот диск металлический, полностью копирует оригинал, с такими даже вкраплениями, очень классный. И вот такой драйвер с красной, ну, скорее, какая-то розовая пружина, на камере, кстати, красная, а в жизни розовая такая вот. Но да, все идентично, поэтому этого мы убираем. Вот, а из нашей коробки SB-шной. Вот такая красота, вот такой красавчик у нас Звей Лонгинус. Флеймовского мы убираем подальше. Ставим, конечно же, арену. И проверим его пускачку, которая у него идет в комплекте вместе с Лонгинусом. 3, 2, подожди, 3, 2, подожди, 3, 2, 1. Ну, да, они все плохо держатся. 3, 2, 1, go, shoot. Могли бы, кстати, у Фафнира была рыжая, здесь мы могли бы положить белую. Пускалка работает, не самая лучшая, но что есть, то есть. Все равно пускалку каждый выбирает для себя. Вот, я выбираю для себя такую-то каратоми. Ну что ж, давайте уже стартанем, посражаемся. Против кого? Ой, так сразу. Против Спрайзена Чоузет, Бейблейд. Берст. Вау! Прессует Лонгину Спрайзена. Да, перчаточки, я сегодня в них буду играть. Наверное, в одной потом буду играть, но посмотрим. Прессуется Спрайзен и Лонгинус, но Спрайзен помощнее, посильнее, повыносливей. А у нас, друзья мои, ничья. Вот так вот бывает сразу, бах, и ничья. Следующий раунд Лонгинус против Спрайзена. Бейблейд! Вау! Был идеальный запуск для обоих соперников, и да! И все, и Спрайзен Чоузет аж разобрался там от страха в сторонке. Все, готов Спрайзен Чоузет. Слушай, ну мощный волчок, действительно, Лонгинус прям вообще топчик. Давай играть дальше. Джагменту Джокеру. Бейблейд. Вау! Просто в мясо, просто Лонгинус разрывает Джокера от компании СБ на таком драйвере от Фарнеуса. Щетерили СБшки в этот раз. Слушай, ну просто, просто разрывает. Просто мясо. Текс. Следующий соперник его. Давайте возьмем какого-нибудь обычного парня. О, Сприга на реквием. Мне так его уже жалко. Мне кажется, Лонгинус просто его сейчас порвет на куски. Бейблейд. Да, все. Но это была ничья, дамы и господа. Я вам говорю, это была ничья. Я прям в этом не сомневаюсь. Так, следующий раунд. Да, друзья, пишите комментарии под этим роликом, потому что я их читаю и передаю вам приветы. Бейблей. А, нет, отвечаю на ваши вопросы.
Да, друзья, пишите комментарии под роликами, ваши вопросы или тем, кому передать привет. Я их буду в других роликах чекать и передавать вам приветы. То есть такая теперь у нас политика. Все, выбывание с ринга, Лонгинус молодец, Прайзенов сегодня он на изи одолел. Следующий сегодня соперник для Лонгинуса это... Ой, а вот это серьезно, это дедушка Хэдис. Это прям вообще серьезно-серьезно. Бейблейд! Берст! Опасный Лонгинус. Опасный Лонгинус от компании СБ. Так. Пока все хорошо. Хэдис не взрывается. Но его очень сложно взорвать, но при этом перекружил его буквально на долю секунды. Побеждает у нас Лонгинус. Но это вообще топ. Аркнайт. Бейблейд. Берст. Ускоряется Лонгинус. Да, вот таким еще поиграть сегодня хочу. Очень прям красиво. Это у меня золотая Валькирия. Очень красивая. От компании СМ, между прочим. Угу. И Лонгинус проигрывает, друзья мои, дамы и господа. Айрнайту просто проигрывает бой. Следующий соперник для Лонгинуса. Кто? Она, красивая принцесса. Бейблейд. Дорсу. Вот так вот почти выкинула. Почти выкинула. Был шанс у Валькири, но нет. Лонгинус ее добил. Да, слушай, почти выкинула, почти взорвала. Еще бы прям чуть-чуть, буквально немножко, и все. Но как-то так. Следующий соперник Лонгинуса это кто? О, Император Фонс, компания СБ, вот такой золотой. Эксклюзивный Бейблейд. Берсту. Заполнен зал, здесь ежедневно. Бейблейд, Берст. Ну, братком, подпишись на канал, поставь лайк, напиши крутой комментарий. Бро! Так. Лонгинус пока не сильно тарат. О, да, взрывным финишем разбирается. Слушай, ну очень мощный флейм был, мощный. Но говорили, что он ломается. Но вот СБ это прям, ну топ. Ну классный велчик, мне прям очень заходит. Давайте играть дальше. Так, кто у нас? О, слэш Валькири. Такс. Ты чё, брат? Ты чё меня позоришь, Валькири? Тоже от СБ, между прочим. Бейблейд, Берст. Воу! Все, готово, Валькирия. Все, изи, бусты. Все, готово, Валькирия. Уничтожилась прям сразу. Быстро, просто, круто. Следующий соперник Лонгинуса Звей. Кто же это будет? Это будет синенький, крутой бирюзовый. Я бы даже сказал Геркулес. Ой, Геркулес. Ахиллес. Бейблейд. Берст. Гоняет парень Лонгинус. Зато Ахиллес стоит на месте, вращается и даже ничего не думает делать. Он такой, да, изи. Буду стоять на одном месте и ничего не делать. Вот так вот ведет себя Ахиллес сегодня. Так. Все, Ахиллес тоже проигрывает. Ну, все понятно. Так, Лонгинус молодец, Лонгинус красавчик. Дальше играем. Гранды Валькири. Бейблейд. Берст. Опасно. Все? Все? Гранд Валькири проиграла? Все так быстро? Не, ну Лонгинус очень хороший. Мне прям нравится. Ну-ка, скрютер идентика, попробуем еще. Бейблейд. Вернулся, почти слетела у меня крышка от арены. Да, был очень мощный удар, и здесь... Да вы что, чек дезаут, скрю трайдент. Я такого не помню, наверное, уже очень давно. Я не видел, чтобы взорвался скрю трайдент, но не помню такого реально. Как это было мощно, круто, интересно. Ну и причем Лонгинус врезался в крышку, почти скинул ее, но не скинул, вот так. И последний, думаю, на сегодня бой, это Бушин Ашура против новенького Лонгинуса. Бейблейд. Так.
Ну и все. Ашура проигрывает сегодняшний бой. А, и даже взрывается, или я уже разобрал и не понял. Ну хорошо, слушай, Джокер сегодня просто выше... Ой, Джокер, господи, что я говорю-то? Лонгинус сегодня просто, я даже вам сделаю зум. Выше всяких похвал, очень красивый Бэйблейд, очень красивый, детали все совпадают. Вот умеете же, СБ, вот умеете же, радуйте такие меня почаще, друзья, это было бы славно. А на этом все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока, скоро ролики, до свидания.